Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы собираемся с вами для молитвы и изучения Божьего Слова. Первое послание к Тимофею, 3 глава, говорит следующее. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вначале хочу сказать несколько слов об этом послании. Это послание пишет апостол Павел или рав Шауль в конце своего жизненного пути. Оно является одним из так называемых пастырских посланий, которые давали практические советы по устроению самого служения в теле Мессии и повеления о поведении в служении пресвитеров. И прочитанный отрывок есть начало указаний. Рав Шауль говорит: прежде всего, он просит молиться. Молиться для того, чтобы жить тихой жизнью в благочестии и чистоте. И мы можем видеть, что есть некоторая неразрывная связь между молитвой и жизнью в благочестии и в чистоте. Если мы обратимся к оригиналу, то мы увидим, что значение слова «благочестие» – это благоговение, почитание Бога. Чистота же – это достоинство, серьезность. Чтобы жить в почтении Бога и быть достойными представителями Божьего Царства, нам с вами надо стать участниками Божьего плана спасения. Это участие начинается с молитвы. И как написано, апостол просит молиться за всех человеков, за начальствующих. Эта связка очень интересна. Не просто так. Дух Святой устами апостола Павла связывает всех человеков и начальствующих. Это есть подтверждение слов Иешуа Машиаха, который говорил во время своего земного служения следующее. В Евангелии от Луки мы читаем, 6 глава, 27 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». И 35 стих заканчивает эту часть и говорит: «И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». И вы знаете, рав Шауль писал эти строки, будучи не раз наказываем. Наказываем кем? Наказываем властями мира сего. Мы знаем, что его били палками, его сажали в темницу, но он продолжал молиться за всех человеков и за этих людей, которые предавали его наказанию. Второй стороной связи между молитвой и благочестивой жизнью является духовная практика, которая дает возможность жить в чистоте. Человек, который молится за другого человека, он никогда не будет судить этого человека. Ведь молитва формирует характер. Практически можно сказать, что она хранит нас от осуждения других людей. Сегодня, друзья, я скажу вам, что нас не бьют палками, нас в Украине не гонят пока за веру. Но вы знаете, смотря на наши власти, мы не можем сказать, что ведут себя правильным образом. Присутствует коррупция, присутствует неправильное отношение к людям, бюрократия и тому подобное. Бывает неприкрытое вымогательство –
но мы с вами призваны к тому, чтобы не судить, а к тому, чтобы молиться. Молиться за всех человеков, за добрых и злых, за хороших и плохих. И если мы с вами понимаем, что Бог спас нас не для того, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение, а для того, чтобы на этом пути мы привели кого-то еще к Богу. Если мы понимаем свою ответственность в исполнении Божьего плана, то мы с вами будем молиться за всех людей, за начальствующих этого мира, за людей, которые окружают нас, за наших соседей, за всех. И я предлагаю сегодня нам вместе с вами сделать этот шаг. Шаг, который приготовляет путь Господу, путь в сердца человеческие. Кто-то скажет, что молиться за всех – это не актуально, но я верю в силу молитвы, я верю в истинность Божьего Слова. Молиться за всех. Я желаю, чтобы каждый человек пришел к познанию истины. И давайте мы внесем вместе эту маленькую каплю в чашу молитв, которая и зальется потом благословением, и мы увидим спасение многих людей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть наш Бог, а мы Твои дети. Мы благодарны Тебе за то, что милость Твоя распростерта над нами, за то, что милость Твоя и любовь явлена нам, Господь. Боже, Ты умер на Голгофском кресте за нас, когда мы были еще грешными, и Ты желаешь спасения грешников. В Своем Слове Ты дал нам свое четкое повеление, чтобы мы молились за всех человеков, Господь. Мы молим Тебя во имя Господа Иешуа Мессии, чтобы Ты благословил всех людей, Господь. Чтобы, Боже, люди искали Твоего лица, чтобы люди искали отношений с Тобою. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты также благословил начальствующих, Господь. Ибо это есть Твоя воля. Это есть Твоя воля, чтобы каждый пришел к познанию истины. Мы просим, благослови, Господь. Мы не проклинаем их, мы не злословим их, но мы говорим, благослови. Святый, а если где-то мы сделали в нашем сердце, допустили это осуждение, прости нас, Господь. И мы благословляем тех, кого Ты поставил руководить странами, в частности, этой страной, Господь. Мы благословляем наши власти, мы благословляем начальствующих этого города, мы благословляем их, Господь, ожидая того, что Твой Рух, Твой Дух Святой, Он коснется их сердец, и они обратят свой взор к Тебе и станут сопричастниками Твоего Царства и вместе с нами будут совершать молитвы за всех человеков и за начальствующих. И мы благодарим Тебя за то, что молитвы Твои, они услышаны Тобою. Ты слышишь детей своих, и Ты отвечаешь на них, Господь. Спасибо Тебе, Святый. Мы благословляем Твое святое имя едиными устами, единым духом, Бешем Иешуа Машеха. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.